Здравствуйте! Рады приветствовать вас на нашем канале. Часто на съемках клипов или рекламы необходим легкий и универсальный дополнительный источник освещения, который можно буквально держать в руке, чтобы иметь возможность оперативно подсветить объект в кадре и придать динамику сцене. У нас в студии светодиодный осветитель Falcon Eyes Triplight 200 LED. Это своего рода световой меч, который имеет управляемую цветовую температуру от 3 до 6 тысяч кельвинов. Изменение температуры осуществляется шагом 100. В конструкции используются SMD-светодиоды, которые при потребляемой мощности прибора всего в 20 Вт позволяют получить мощный направленный световой поток. Индекс цветопередачи прибора CRI очень высокий, поэтому цвета и оттенки в кадре будут выглядеть естественно. А уж какой оттенок выбрать, теплый или холодный, зависит исключительно от задумки оператора. Осветитель дает ровный, непрерывный и не мерцающий световой поток с заданной яркостью и цветовой температурой. Также он имеет предустановленные спецэффекты: папарацци, фейерверк, неисправная лампа, молния, ТВ, стробоскоп, сигнал СОС. Такие эффекты могут использоваться при съемках клипов, рекламных роликов, игрового кино или даже освещении театральных сцен. В комплект входит универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления. Он позволяет удаленно включать и выключать осветитель, регулировать яркость и цветовую температуру, задавать предустановленные световые динамические режимы и скорость их воспроизведения. Кроме того, на пульте управления имеются три горячие клавиши, устанавливающие 10, 50 и 100% яркости освещения в выбранном режиме. Снизу и на боковых гранях прибора находится отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на ассистент, осветительную стойку или штатив, или для крепления на осветители дополнительного оборудования. Также сверху находится крепление типа башмак, для того чтобы вы могли установить на приборе, например, микрофон. Такое количество системных креплений расширяет функциональные возможности осветителя. Прибор может работать как от сети переменного тока через сетевой адаптер, так и автономно, от аккумуляторов типа NPF. Форма осветителя позволяет разместить его в различных труднодоступных местах, где невозможно установить световую панель, не попав при этом в кадр. Такой прибор станет незаменимым инструментом для небольших съемочных групп, ведь с его помощью можно создавать динамические световые эффекты, подсвечивать фон и выделять объекты в кадре. Мы очень надеемся, что это видео было вам полезно. Спасибо за внимание и пока!